Детское лото. Животные от компании Джико для деток от 2 лет. В комплект входит 5 карточек с изображением животных и их средой обитания. Здесь у нас домашние животные, лесные, экзотические, ферма и морские животные. Также в комплект входит 30 фишек. Для этих карточек. Лото выполнено из плотного картона, что позволит активно пользоваться им на протяжении долгого времени. Вариантов игры несколько. Самый простой для самых маленьких. Перед ребенком кладется шаблон. Задача ребенка найти этих 6 животных. Кит, краб, дельфин, осьминог, акула и морская звезда среди этих 30 фишек. Начинаем искать. Морская звезда, осьминог, акула, краб, дельфин, кит. С первым заданием ребенок справился. Вариант посложнее для деток постарше. Для этого нам нужно собрать все фишки в центре стола и сложить их лицевой стороной вниз. Перемешаем. Собрать все шаблоны и раздать их игрокам. Игрок номер 1, игрок номер 2. Остальные шаблоны отложим в сторону. Затем каждый игрок по очереди переворачивает по одной фишке, чтобы найти нужную для его шаблона. Игрок номер 1 начинает игру, берет свою первую фишку. Смотрим. Такой фишки нету на его шаблоне. В таком случае игрок номер 1 возвращает фишку обратно. Затем игрок номер 2. Смотрим, такая фишка есть на шаблоне игрока номер 2. Он ее закладывает на шаблон. Затем игрок номер 1. Смотрим, такой фишки нету. Снова возвращаем ее обратно. Игрок номер 2. Такой фишки нету. Возвращаем. Игрок номер 1. Такая фишка есть на его шаблоне. Закладываем ее. Как мы видим, игрок номер 2 первым заполнил свой шаблон. Кто первый заполнил свой шаблон, тот и выиграл эту игру.